и не им устанавливать законы жизни, что правильно, а что нет. Когда Бог создал этот мир, политиков, президентов, их вообще на этом свете не было. Не они главные в этом мире. Нужно соблюдать в первую очередь законы Бога. И не должно быть свободы слова, если это слово вредное. Свобода слова должна быть в рамках законов того, кто дал нам язык, в рамках законов Создателя. Не полная свобода слова, что прямо говори, что хочешь, можешь учить хоть злу, куфру, нет. Никогда не одобряйте такую свободу, потому что это не одобрено Создателем. И никто из пророков Бога не одобрял такое.